Ты из прошлых соревнований улучшил результат? Сколько ты на прошлых пожал? Сейчас у тебя 257 пожал ты. 7 килограмм. 7 килограмм прибавил? Да. Ну, рассказывай, что это. Я тоже хочу так пожать. Занимаешься 3 раза в неделю, пьешь БЦАшки и все. Жмите, колитесь, и вы будете счастливы. Вы думаете, это лицо? На обычной гречихе, на рисе, на макаронах? Нет! Да. Это сбалансированная выращенная химоза, которая только быков... А как же пюр протеин? Что именно? Ну, БЦА, все. Не БЦА, протеин. Ну, да. Не, не пью. Только что сказал, что... Ну, пью протеин не пью. А другой пью. Ну, что, ты готов? Как пионер. Что, будем жать? Будем. Будем много жать. Все, я понял. Пожмем все вообще. Все, и всех. Не как в прошлый раз. Не как в прошлый раз. Все как надо. Все как надо будет. Все, я понял. Смотри. Давай, 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 давай! Опа! Че здоровый такой, давай рассказывай. На интервью давать, да? Ну, здорово, нет, не здорово. Совсем скромный. Ну. Встал просто. Че делал? Жал. Без экипировки. Сколько пожал? 235. Ну фига себе. Это просто так, категория. Фига ты. Мощно. Следующее воскресенье в Воронеж поеду. А в Воронеже там что будет? А вы папа, по-моему. Кубок черноземья. Угу. Слушай, как мне в 235 пожать? Тренироваться надо. Вроде тренируюсь. Не знаю. Какая-то мотивация должна быть. Вроде есть. Есть. Там еще какой-то. Знаешь, наставник должен быть хороший. Есть? Нету. Вот. У каждого спортсмена должен быть наставник. Согласен. Ну вот с наставником большая проблема, где вот найти его. Я все задачи выполняю, строго его. Да. По его плану идут все. А один как бы можно одному в этом спорте, но тяжеловато. Для меня тяжеловато. Наставник всегда как бы рядом. Вот он онлайн за 7000 километров, он меня контролирует. Вообще весело получилось, да? Нормально. Хорошо. Тем не менее, сегодня... А, все, да? Здравствуйте, это общественное движение «Лев против». Мы боремся, боремся, проводим общественный контроль по распитию алкоголя и воздействию сигарет. Мы не курим, мы не курим. За здоровый образ жизни. По-любому. Это наше. Здоровье это наше. Это все, да?